первым поколением наших людей фильм «Два бойца». Самым центральным, самым запомнившимся его моментом была песня Никиты Богословского на слова Владимира Агатова «Темная ночь» в исполнении Марка Бернеса. В нашем параде звезд его эстафету подхватил Сергей Мазаев. По степи только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться сейчас. Дорогую подругу мою, эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались в степи. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь, и у детской кровати поэтому знаю, со мной ничего не случится. Ничего не случится.